Всем не бага, не лага, дорогие зрители, подписчики каналов Дрожа и Скиф. Привет всем. Вульферин. Здрасте. И Пират. Всем привет. И мы продолжаем играть Dawn Starve Together. И мы сегодня идем получать по жопе. От мухи. Да. Именно от нее. Огнепухи. Родимой. Четыре паутинки есть, кому там надо было? Четыре паутинки такие. Три банана, три банана. Так, я четыре этих шарика беру. Ну чё, идем, давайте через портал тогда хотя бы, чтобы не бежать опять как не знаю кто. Вот уже 20 шариков нету, вот просто нету. Надо еще, наверное, еды взять, мне надо ряху постоянно толстую иметь, чтобы я прям дамажил. Угу. А у нас уже почти все съедено, окей. Да-да-да. Ну, ладно. Ну все, идем через... Дивиз нашего летсплея есть, что съедено будет все. Ну давайте тогда, куда пошли вниз? Давайте через этот, через червоточину. А где он? Где червоточина? Ну вот идите за мной, видите, куда я иду? Пошлите, ребят, все, все, хорош. Пират не слышит, он откинулся. Недавно откинулся. Так, у вас дерево-то есть, чтобы костры разводить? У меня 22. Ну, у меня есть тоже немножко. Ты без Честера, Скиф? Да, я его оставил, нафиг он нужен. Нафиг он, сдохнет. Он погибнет там. Смертью. Волосатых. Балахабар. Балах. Я хотел мохнатых сказать, но потом волосатых. Так, ой, Скиф на обгон уже пошел там. Ой, Скиф, говорю, этот. И далее на обгон-то пошел. Что ты? Это флеш, самка. Флеш, самка. Не подсветил. Где? Только флеш на костылях такой. А сколько ты сделал копию, Виталь? У меня 4 штуки с собой. Дайшь мне одно? Да дам, дам. Если что, я выброшу кому-нибудь потом. Если бы муха меня заметила, я выброшу такой молния. Да. Короче, если что, я могу сдриснуть. Так, давайте сразу костер разводим, греемся и идем туда. Давай, разводите. Че, у меня только трава. Сейчас. Кстати, у меня травы нет. Отлично. Я вылетел в самом начале. Так. И у меня травы, кстати, нет. А, Жень. Ой, траву. Ничего не сгорело. Так, камни я рядом выкину, чтобы броню взять. Так, копье тебе, да, надо? Да. На, копье же. Ну как, мне не особо надо, но пригодится. Так, если ты броню вообще реактивный. Так, все, все готовы? Ну, пирата. Эй! Рюкзак. Это я как обычно. По старой. Ну, ждем пирата до вечера. Ну надо. На следующее утро пойдем, что уже вечер. Ну да, потому что, блин. Ну надо, это... что как еды так взяли мало. Так, стоп, чё ждать-то? Можем уже идти, пофиг. Да пофиг, пошли. Там ночь короткая, если что, перекантуемся. Зачем я съел это? Пошли, сейчас, ребят. Сейчас я отъелся, все пошел. Ну, я иду сразу танчу, вы бейте, она будет бить меня только, по-моему. Со спины давайте, только забегите, чтобы она не доставала вас. Пусть Скиф вперед идет. Ой, ёпта. Горящий перекати. Это не к добру. Да-да-да, чё-то здесь, чё-то подозрительное. Иди сюда. Я сейчас скажу, поскольку она меня пробивает. А, по 4, пофиг. Правда, 89, 84 и броню потихоньку сносит. А чё это налегла? Ну ей больно, смотри. Или ей нравится, я не знаю. Она сжимается, ребят, вы ничего не понимаете. Вы непонятная ситуация отжимается. Короче, мочим, ребят. Не давайте ей уйти, она сейчас начнет своих этих... Ой, с нее что-то выпало. Что? Тоже с нее выпало. Ну что, убили? Спалить эти рюкзаки. Ой, жарко. Куда она убежала? Так, я убил одну эту маленькую фигню. Ага, и загорелись, ну шикарно. И вторую маленькую фигню убил. Еще и псы, или мне кажется? Или это свинья орет там? Или что там? Свинья орет. Нахрен. Так, нахрен. Дайте агрессию на меня, животное. Да блин, вот этих мелких кто-нибудь загрите. Ау! Это вообще не... уже хп, блин. Трать её. Она на меня нагревается. Эти мелкие что-то... Меня мелкие больше дамажат, чем она. Я горю, 56 хп. Ау. Так, она за мной. Пукан! Беги. Пукан! Нет! Где она? Ну... За мной, 40 хп. Подожди, ты с нее кожу выбил? Да. Жди, где она? Против... Она улетела? Одна кожа, она и возвращается к вам, ребят. Идем назад. Так, уже ночь.
Еще нет. Да и тут, кстати, вот эти магма вокруг нее светло. Ой. Да, еще можно так вот закатить. У меня капец хп, 40, я не знаю. Так, а где это животное опять? Вот оно. Вот оно. Она заспавнилась снова? Ау! Дайте мне ее ударить, не стой на месте, стой! Не стой, стой. Все, я танчу. О, опять. Убили, смотри, она умирает, типа с нее падает что-то. Ну или не умирает, или что-то. Это у нее фаст несколько. Еще одна. Мы можем сейчас броню сделать против нее, ребят. Нет, все. 21, 19, 16. А куда она улетела? 11, 9, 6, 4, 1, сдох. Что такое? Ой. Уже не кожа, ребят, я кожу подбираю тогда. Да, Женя, кожа, я кожу подбираю. Шикарно. О, лети, едет. Лети, лети, лепесток, мать его, через запад на восток. Ау. Так, а что там еще у Жеки есть? Не спалите мои вещи, я вас умоляю, ребята, там куча вещей, гарпун. Это легко сказать. Да, пират, беги просто. Я спасу что-то там. Нет, не спасу. Так, стоять, пчела, стоять. Ну куда ты, пират, блин, не беги! Нам беги! Я умер. Сейчас я еще умру, нахер! Так, стоп, почти я умер. Ребят, сейчас мир придет пипец. Так, ну, все, она сагрила, она улетела. Воу, куда она улетела? Так, что, я один живой? А куда она улетела? Она на место уже. Спасибо, все мечи горят, я ничего не могу сделать, у меня 6 хилов. А куда она улетела? Все, иди домой. Ну домой она улетела. Пошлите домой, ребят. Мы. Блин, слушайте, мы теперь можем сделать же броню. А где теперь броня? Вот здесь она валяется. Как я вас резну, у меня 6 хилов, вот вопрос. Ты там есть одна вот резалка, там резалка одна дома есть. Надо резать. Да, чтоб ты одного кого-то резнул. Там дома есть одна резалка. Утром резать. И там есть кровать, можно поспать. И шестеренки у нас есть, народ, дома? Есть. Ох, одна у меня. Вот где? С собой тут? Да, тут. Ну, толку от нее. Надо было есть, что. Что надо было? Ну, это же есть. Пират. Надо было есть, чтобы ты мощный стал. Мощнее. А, у меня же, блин, хилки есть. Две штуки. Окей, Google. 46 хилов. Теперь мы можем хотя бы сделать две брони, получается, двоим из нас. Смогу. Ты уверен, что там одна всего лишь нужна? Да, нужна. Мне кажется, там больше нужно. Ну, сейчас проверим. Мне кажется, больше. Что-то это как-то читерно. А чему около костра сидеть? Так, а что я встал? Надо бежать. Ну, утром побежишь, что? А что, какая разница? Тебе через червоточину прыгай, и все, блин. Все, я побежал. А мы полетели на базу. Что-то как-то не очень, да, а зашли. Мы не можем на червоточину, блин. Не, надо... на самом деле мы ее неплохо побили. Мы с нее две этих выбили. Надо огненную броню мне, чтоб я танчил ее нормально. Да каждому надо вообще-то. Вообще потому всем да надо. Потому что она с тебя слазит, и все, и там нам вообще... У меня какие, она, если у нас будет реально вот... Вот она реально, она вообще почти не пробивает. Пробивают в основном вот эти вот огнем. Да. Вот я и чему говорю, если мы сделаем противоупорную, вот эту огнеупорную броню, то все. Все. И у нее, скорее всего, еще есть такая третья фаза. Ты думаешь? Она первый раз просто дерется, второй раз вызывает их, а может еще что-то делать. У нее хилов-то дофига. У нее бомбит, потом пукан будет. Потом помощь друга там. Может, она потом лавой плюваться начнет или еще что-нибудь в этом духе там. Возможно. Поэтому надо огнеупорную броню. Огнеупорную. Что там? Че я? Я смотрел, что там есть. Там есть, короче, много-много гончих. Не, по крайней мере, мы ее, так сказать, пощупали. Мы поняли, что ее минусы, плюсы. Мы ее чуть не ставки там все не склеили. Ну. Можно назвать, что послю чуть... О, что такое? А мы всю еду, короче, спалили. Ну, мы чуть-чуть дома оставили. Нет. Ты забрал ее... Зачем ты похлебку забрал? Не, похлебку не брал. А, так, ну, а там вообще... было понты, тефтель. Там, так, а вы где все? Почему вы не на базе? Потому что мы летим, мы через всю оточину-то не можем, мы призраки. Ой, ёпта. А мы почти уже дома. Кресли тогда этого Женю. Я так полетаю. Чё сразу Женю? Чё сразу Женю? Надо ещё пауков сейчас. Это надо сейчас возвращаться, получается, за вещами. Ну да, я даже там тоже что-то оставил. А сейчас зима. Надо, чтобы скиф вернулся за вещами, потому что у нас шапки, ничего нету. Помрем. А ну сейчас я тогда рейд опять пойду. Какой рейд? Ну какой рейд? Такой рейд. Рейдоватый такой рейд. Так, у меня 50 хп. Не поспи. Да, кстати, столько брони, запаса, ее столько не надо, они...
огонь он жжет прям сквозь броню, блин. Вот я в чем говорю, проблема. Надо это, надо огнеупор. Жень, кстати, пока ты здесь, посмотри, сколько нужно. А сколько? Две штуки, две брони можем сделать? Сейчас посмотрим. Где? Так, это в броне. Броня же. Что? Ого. А есть другая тактика, ребят. Другая тактика. Что? Не, что это другая тактика? Смотрите, я так понял, она вот после перехода с первой на вторую стадию, она что-то выплевывает из себя. Можно тупо вот эту первую стадию пробить, зафармить еще одну фиготню, вот нужную нам. Ну, нам 4 надо в идеале, да? Да, там нам еще зафармили, убежали нафиг. Одна, да, все-таки? Две надо будет. Короче, смотри, одна вот эта кожица, у нас их две, то есть две брони уже есть. Одна, один деревянный щиток. Есть. И аж три жопы этого. Кого? Скиф, ты ушел, блин, а мне чем-то так... Чего ж три жопы, ты, блин, жопы договаривай. Свиньи. А, я сейчас сгорю, я сейчас умру. Ну, блин, я эти в сундуках, смотри. Сейчас тут говно, которое Виталий 5 раз пытался спалить. Фух, я чуть не сдох от холода. Три жопы свиньи, у нас 15 штук лежит, вон. А, 14. И, короче, таким образом всем броню выбить и уже в броне ее шатать. Да. Броним ее туда, ушатаем спокойно. Да, против вот этих-то панкейтов, ничего. А, как раз так, я пошел спать, короче. Мне бы тоже поспать, у меня что-то рассудок совсем в кашу скатился. Так ты вон цветы рви, блин, цветов у нас около базы, блин. И чё мне тебе 100 цветов истребить, чтобы все рассудок восполнить? Так, я давайте шапки, чё-нибудь зимнее соберу вам, чтобы было что одеть. А что соберешь? Они же эти, сгорели уже. Шапки нет. Шапки сгорели. Одну я шапку нашел. Шапка бифла мою найди. Твоя не сгорела, у пирата сгорела, у меня сгорела. Нет, моя не сгорела. Я видел, твои вещи полыхали. Чего не сгорело? Не все. Ну, короче, у меня все сгорело. Ну, молодец, погорельщик. Да не все сгорело, я вам скажу, не все. Там еще 2 рюкзака живых. Самое главное, шапки возьми и камни грелки. Самое главное сгорело, короче. Еда, шапки, дрова, ресурсы все. Да не все сгорело, далеко не все. Да много чего осталось. Рюкзак, у меня кстати, всего 3 вещи сгорело. Шапки все на месте, все на месте шапки. Теперь план нам ясен, короче. Нужно выбивать до брони, броню всю это выбиваем тогда. И идем ее шатать. Все шапки на месте. Все на месте, все норм. Кстати, Женя, она же, по-моему, теперь не 100% защищать, да, от этого? Что? А да, не, она не 100%. Так, у меня рассудок в кашу скатился, надо срочно цветы жрать. Если 75, то... На вид написано должно быть. Да, 75, по-моему. Ну, гуд, что могу сказать, гуд. Да лучше, чем ничего. Да. Ну, блин, ну, представьте, 75% защиты от огня. Ну, чё бы и нет. А если бы у нас была вилла... А она на нее не действует уже. В Тугезере не действует. В смысле? Нет, ты не понял. У нее же тоже своя защита от огня. То есть, она там типа не работает уже. В Тугезере я слышал. Она работает, но там тоже, по-моему, 50%. А, это из-за того, что призраков куча у нас. Так, это мне рассудок в кашу вкатился. Надо резать срочно. Мы тебя и ждем вообще-то, не? Или Женю показал. А у меня травы нету, чем я тебе резу? А у меня тоже 2 травы. Что, у нас травы вообще нет, да? Ну вообще, это все же сгорело, я же все Жене отдал. Тут есть трава, не? Это печаль. Какая там трава? Нет травы. Так бифл идти, у них там трава. Ну да. Вы там ее только не это. Не дергайте. Жаль, Скиф тут бегает, цветы истребляет. Иди поспи, Скиф. Так, все. Если у тебя есть еда. А у нас еда вообще есть, нет? У меня есть еда еще. Я имею в виду, ну. Скиф выжил, сытость. Ну, самый жирный. Че? Сытость. А пират даже не додумался шестеренок пожрать. Ну и че? Ну, а я виноват. Да не, ну, смерть это должна была смерть. Смерть должна была быть. О, слушай. А, там мясо надо такое. Так, пошла в шопу. Черт, она меня схватит! Чарли, ну, серьезно, за скиву сейчас, на чужой паёк не развивай роток. Слушайте, ребят, сейчас такой крик с палки. А, мои яйца! Так, чё, кого-кого-ка тут? Жень, уйди. Так, сейчас. По-моему, она тоже призраков боится, нет? Подожди, пожалуйста, скиф немножко. Потому что мне нечего. Камень-гелки ты принес, я так понял, да? Шапку мою не трогайте. Ну 38 вряд ли это моя. У меня была вот. Побольше. Вон, Жень, шапку свою возьми, вот. Лапка этой, 2 штуки. Так, мою шапку. Так, дерево надо будет. У тебя есть щиток деревянный, скиф? Чё за щиток деревянный? Ну, дерево. Шлем. Деревянный щиток. А шлема не взял, да? Копье есть. Ну этот, броня деревянная есть? Есть, ну. Давай. Давай мне.
Я отдам тебе, не боись. Да на, господи, я искал ее. Подожди, она, наверное, там копье, цель Жека. Нужна. Жека копье. Да, по-моему, нет, она новый предмет, он, по-моему, новый Жоп, делается. Да, я их не взял, я их забыл. Ну, у меня кто-нибудь резнет. А нет у этих, есть у кого-нибудь эти, господи? Это надо идти шатать. Жопки паучьи. Скид, ну, пошли вон там, вот, наверху. У меня есть, дай, на. Дай, на. И шо мне с этой пока брони-то шуполку-то? Я жопки отдал. Ты броню сделал, да? Я броню сделал, отдал скилу и жопки отдал. Так, и ну что, надо за паутиной, ребят. Ой, за паутиной, за травой. Скиф, подкинь. Чуть-чуть. Ну, о, ты меня сейчас резнешь? О, благодарочка. Так, и еще одну резку делаю. Ага, нету травы, супер. Ой, это не моя шапка, ёп. О, на бок. Так, травы надо, трава есть? Нету. Трава? Нету, увы, нету. Надо будет сейчас сходить. Ё-моё, рассудок-то как падает. Иди поспи, так, Ира, Виталь. Да у меня брони куча, уже не пускает палатка. А. Главное вовремя предложить. Я не предлагал, я предлагал. Так, ладно, не пошел я за травой. Блин, рассудок падает просто, пипец. Ну, то я о том же и говорю. Ну, пошли сейчас все за травой, запасемся побольше, чтобы... Это всегда пригодится, трава. Вон она. Исходный ресурс. Трава, да, трава всегда. И ты специально за мной летишь, да? Чтобы у меня рассудок больше падал. Я твой Каспер. Звучит как-то не очень. Чего? Чего там плохого? Я твой Каспер. А как там девчонку звали, которая с Каспером постоянно шарахалась-то? Кто помнит? Не Венди ли, кстати? Венди, по-моему, да, кстати, звали ее. Да, если честно. Я вот не помню, но что-то такое имя. Пират, я твой Венди не буду. Тебя никто не спрашивает. А, значит так, да? А то есть, а мы со Скивом, это вот, ну там три было, трое, да? А мы вот это двое дядюшек, получается, Каспер, да? Покажите его, ребят. Так, я могу резнуть, пират, ты где? Иду, где, куда идти? На базу. На базу иди. Что-то не с ними-то улетел. Вот именно, я вот не думаю, что он с нами улетел. А почему бы и нет? Такс. Блин, все как-то печально. Нормально. Все норм, зато поняли тактику. Да, ну зато мы теперь набили, мы теперь знаем, как выбить из мухи вот эти штуки. Так, сейчас, чем-то там хилить. Слушайте, а может она зимой линяет? Ну ты бы еще стоял ровно, было линяет проще. Линяет зимой. Она, ну, типа... именно линяла тогда, когда вот это падало, отжималось. Ну, да. Может быть, понимаешь, типа это, мы... Это типа, да, это типа, ну, стадии, когда можно выбить из нее что-то. Ну да, у него... Что-то мне подсказывает, что она хилится, когда эти стадии все не пройти. Ну да, да, скорее всего. Может и быть и такое. Ну и гуд, ладно, пофиг, зато можем теперь знаем, как с нее выбить. Я броню нашел. Дай броню мне. И вот, кстати, сейчас будут проблемы с едой, пират. У нас еды-то нету. Пират. Ну вот надо шатать. А мне с чем? Пират, дай броню. Пифола надо пошатать немножко. Не эту, броню мне именно дай. В смысле? Ну, броню деревянную свою. А, я ее давал, а как тебе шлем дался? Не знаю. Но я не в курсе. Шлем? Кому дать огнеупорную? Стоп, а где мой камень-грелка? Я что, все камни раздал? Знаю, у меня один есть. Добрый, блин. Так, а я, наверное, с собой возьму. У нас там лед лежит. Я молодец. Ты холодец. Так, ладно, делаем еще камень. Я хочу жрать. У меня покоцанная камень-грелка, 38%. А я себе новую сделал. Я жрать хочу. Ты хотя новую. Да я тебе поздравляю. Это не новость. Сообщи что-нибудь ценное. Еда. Ты что, совсем-совсем голодный? Да вообще писец. Ну ладно, потерпишь. Сейчас еще раз сдохну, вот будь у тогда. Да на вон еды тебе, на. Я пытался от тебя спрятать. Тазик. Шат улетел. О, кстати, прикольно, как выглядит броня такая. Чешуя. Ну-ка, оденем. Чешуя, чешуя? Что-то на мне не очень прикольно это все выглядит. Ну, какой-то ты на транза похож. Это как юбочка. Так, она, по-моему, не полный иммун, но все-таки она будет от огня защищать. 75%. 75%. Ну вот, это очень круто, потому что огонь как-то очень жестко припек.
Сама она мне по 4% сносила. По 4 хила, вернее. Припёк, да, он так неплохо. А. Она мне броню всего лишь на 50 до 58 сбила, вот эту вот мраморную. Ни хрена себе. Что-то она вообще... Так она вообще как сама по себе донная, значит. Ну да, она вот ее вот и миньона огненной была проблема, но сейчас мы с ними, по идее, должны справляться. Ну, вы вдвоем. Ну да, ну я предлагаю же, говорю, тактику. Сначала еще сейчас делаем забег. Ну ты танкуешь, получается. Теоретически, ребят, когда вы выбиваете с нее, я прямо там смогу сделать еще одну броню. Ну вот. Давай, я же ее изучил. И надо будет отбежать, она опять зареспаунится, подбежать еще раз выбить. И потом уже вшатывать. И, кстати, да. Ребят, мне... Ну, только тогда, когда с него выпадет. Мне надо еще два щитка тогда деревянных. Ребят, жрачку делайте. Виталий, а я чем-то по-твоему занимаюсь? Ну, правильно, домой. Все, Виталий одобрил. Давай. Блин, а мне надо копья свои вернуть все этим. Так, нет, стоп, я. Нет, пусть не там кто-то лежал. Так оно все там лежит. У меня там и трость моя лежит. Надо дерево побольше, нам надо две брони, как минимум. Можно покоцать, но две. Как рассуду, блин, восполнить? Надо полежать. Да лежь, поспи. Все, я спать. Цветочков пособирай. Да я задрался уже, все цветы тут извел. Все, я восполняю. Мне, кстати, тоже поспать надо, у меня хп очень мало. Да, кстати, у меня хилов тоже мало. Надо еще одну палатку, делай еще палатку. Нет паутинки. Вы что, богатые, что ли, до хрена, я смотрю? Кстати, вот этот дротик может быть тоже пригодится, не? А что ты с ним будешь? Дротить на муху? Дротить на муху. Окей. Ну что? Что получится, интересно? Я того самого мух. Всегда готов, да? Того самого. Того самого муха. Что тут в Честере? Тут дродоски в нем. Дродоски? Это мои доски. Плоскодонки. Так, окей. Я не смешно, Виталий, не смешно. У меня есть висуали, но я могу его съесть. О, я уже почти откилился, а сейчас уже Виталий вылезу. Давай вылезай. Ну не сейчас прям что-то. Да бляха муха. Ну вот тут уже где-то рядом, вот тут вот уже где-то совсем. Сейчас кому-то за яйки схватит. Так, ну хилы 200, ладно, рассудок пофиг. Нарубите дерево, ребят, есть дерево у кого? Есть. Я тогда кучу дерева нарубил. Ну как, кучу, теперь пару. Куча дерева мало. Нет. А что тут доски только делают? Кто досок наделал? Ну, две брони надо сделать. 8, 16 бревен надо. 16 бревен, да. И травы. Сколько я тебе дал? У меня 11 в итоге. На. Так, травы. Трава у меня есть еще. Сейчас я, ребят. Я сделал две веревки. У меня что-то уже нет. Угу. Одно. Мне еще одно надо бревно. А веревку вы... надо? Веревка не надо. Ну, бревно одно. Одно бревно. Да. У меня вообще никакой брони нет. Сейчас замутим броню. Женя! Ну, в перв. Скиф, у тебя, блин, топор в руке. Иди сруби дерево, дай мне бревно. Ой. Ах ты, тебе сколько бревен? Мне... У меня есть бревна, сколько надо? Так одно, я же говорю. А, фу, блин, я немножко прошу, продолбал, что-то это на. Все, теперь только надо... Только смотрите, огненную броню в первой фазе не надо одевать. Только да, когда понял, огненные эти бро появятся. Вообще еды нету, писец. Так, ну я пока броню вторую не отдаю. Или, ну ладно, мы будем отходить на оператор. Мы будем все равно отходить потом. Да, 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 мало будет ходить. Что, все, ты можешь ее обычную броню, ну, с ней ходить, тратить, не страшно. Слушайте, может, еда все-таки там осталась, а? У меня. Кому еды нужно? Да. Так, что, пойдемте шмотки заберем, еще выбьем вот этих огненных фигней и уйдем, да, пока. Отпустите. Забирайте еду, кому надо. На заберите полную атаку еду. У нас сил не хватит, чтобы ее полностью, конечно, прям вынести. Конечно, не хватит, сдурел, ну, что просто только вот на огненные эти заготовим. Дружно все ляжем там. Но. Кому еду? Просто выбиваем фигню вот эту и отбегаем дружно. А куда мы идем? Ну, к пчелу, за шмотками. Да, ну, мы через... А там через портал. А, да, понял. Червоточину, да. Это, то собирайте есть, ягоды, не? Это тактика, да, что ягодам, мясо надо. Ну, мамонт. Мамонта будем искать, не? Нет, да ладно, пошли. Да ладно, пофиг, давайте сначала эту цель завершим нашу. То есть, смотрите, тактика, выбиваем эту фигню и резко все отходим. Может, еда все-таки осталась? Да, да, да. К червоточине прям, чтобы она обратно за этого лась. Ну, она на кого-то сагрится. Она не сагрится, она отлетает к этой клаве и там что-то мутит. Да, и сразу тогда валит. А в этот момент можно свалить, она не догонит. Ну, нам надо дважды ее так.
Да. Неважно, ну так в чем проблем? Вы, вы бревна-то взяли, не? У меня нету. У меня, есть 6 бревен, 6, у меня одна трава, одно бревно. Мы как греться будем? Васьки. Так, да, давай. Виталий, где бревна? У тебя есть бревна? Больше всех возмущаешься. У меня вон бревно бегает, вон одно. Иди вруби. Черное. Иди вруби. У меня вообще ни топора, ничего нету. У меня тут уже что-то есть. Да все, у меня хватит бревен пока что, окей. Ой, ребят, блин, я кому-то на паузу поставил, черт. Кого ты там на паузу поставил? Да, запись бывает. Да, нас поставил, че. Вот тут есть уже рюкзаки. Какой-то из них. Так, все согреты, сразу идем. Вот мой. Ну? Подожди-ка. Тут даже ничего нету. Ничего нужного. Это не мое, это мое. Это твое, вот там мое дальше. Вот и мое. А где все копии, я что-то не понял. А, нет, все вот и. Так, тут, ну почти все сохранилось на самом деле. Кроме еды. Ну да. Оу. Да, так, кстати, надо этот сумку-то снять, а лучше там где-то. Че, гоу, не, ребят? Сейчас пойдем. Костер поставите где-нибудь там. Поставьте вот здесь, вот где-нибудь около червоточины, она сюда не добирается. Так а какой эти каменный воздвигну, что ли? У меня камней нету. Есть камни? У меня есть. Давайте. У меня есть. Выкидывайте скиллы камни. Так, все, хары у меня хватит, уже. Хватит, там 30 штук. Там уже переизбыток. Давай, ставь. А я силы потерял. Давай, есть, ставь. Есть еда у тебя? Неа. Есть еда. Вон, и у пирата попросишь, он тебе даст. Так, окей, пошли. Ладно. Ну все, пойдемте пока. Как жрать будет? А, ну блин. Я скопировал. Что Ой. Скопировал? Я скопировал топор. Дюпнул? Да. Супер, фу. Ты броню-то забери, а то она сгорит. Пошли, пошли, пошли. А чья это? Что за дюпнул? Я один не в теме. Ну, дюп, то есть дважды как-то багом игры. А, воспользовался, понятно. Случайно, и дверь стала вместо одной. Ну просто рискованные пацаны вообще, ребят. Давай, агри. Ага. Ну короче, вы там что-то делаете, я ничего не. Да, ну что делаем. Так, сейчас должна она уже начать падать. Ау! Так, что она переагрилась? Да, да. Теперь я. А потому что я дамага мало наношу, по всей видимости. О! Женя, подбирай! Я не вижу. А сейчас есть? Выпадет, еще не выпало. Выпал? Выпал? Нет, нет, нет. Бьем, бьем. Я не вижу. Бежим. Выпал? Забрали? Что-то бежим, ничего не выпало. Бежим, 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 бежим. Да, лучше бежим теперь. Слушай, а трость тоже что ли сгорела? Во говнище-то, а. Так, а СТП, трость у меня. Что-то она у меня делает непонятное вообще. Так, эта фигня идет за нами. Ребят, за нами херня это бежит. Может, вчера точно? О, СТП, а что она не хочет отставать? Ау! Не, не надо, не лучше не драться. О-о-о! Нифига. Так, на свою трость. Благодарочка. Так, погреюсь чуть-чуть. Да то тут тепло. Что-то стрёмно, она ничего не дропнула, она поди еще с шансом, ну, дропает. Ну так же два раза подряд, блин, что-то, а сейчас нифига. Надо кому-то еду. Ну шанс, повезло, значит. Скиф, нужна еда? Так, да и... Пошлите ли? Пофиг, Скиф, забери есть еду. Пока. Да ладно, а, да. А, Толша, тебе нужнее. Ну, ребят, гоу тогда. Так ночь уже, не? Да как костер горит, там все горит, нам только быстренько выбить, да и все. Ну, давай, я иди. Брони нету, скилл. Да есть у меня все броня. Я просто долго в ней хожу. Пошлите гоу тогда. Я поэтому ее немножко не так таскаю. Где это чудовище? Их жена... Воу-воу-воу-воу. А всего лишь одного. А куда она пошла? Еще одно, миньон. Стоп, она миньонов делает, нафиг. Уходим назад. Если что, в червоточину, не надо с ними драться, сильно много хилов теряем. Ну да. Так, стоп, 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 херню надо поймать. Стой. Стой. Так, а чё? За кем она агрится? О, все, исчезли. Можно просто вот так отбежать и норм. Надо видать вот в чем фишка, че этих миньонов может или... Что-то с ними сделать, в общем. Так, лопата, лопата... О, лопата есть. Как бомжи прям на привале. Почему как? Аж обычно. Обидно. Обычно. Так, ребят, кстати, пират же сказал, что там гончие есть. Где? На гончих их нагреть. Ниже. Не-не-не. А, ну, вот там гончие. Гончих вот побить гончие. Надо, мясо добыть. А, ну, надо будет, давайте уже с этим разберемся, не? Ну давайте еще надо попытку сделать, надо выбить из нее. Если не получится, тогда назад. Ну если не получится, тогда будет у нас два танка, которые будут танчить, ну, огненных. Да. Ну, я получается, наверное. Ну, скорее всего, у нас дамагеры кто, ты да я.
Я-то жрамшийся, и ты, в принципе, дамагер. Я могу, допустим, ему надо этих деталек много, чтобы он отожрался. Я могу помочь только тем, что если пауков на агрим. Так у него есть детальки, пусть он жрает прямо их сейчас. Пауков на это. У меня нет деталек вообще. У кого детали его на? Да ни у кого. Так одна была деталька, которую я сожрал. Так, а что мы стоим? Мы, может, пойдем туда и это, того-того? Я с одной холодильник сделал, а одну сожрал. О, кстати, да, у этого же каска. У меня 8% всего каска. Ну, а нечем? 7%. А там огонь же есть. 6%. Вот, огонь там... есть, стоим. Ой, ой, как светло-то прям. Так. А? А, еще миньон бежит. Улепетываем. О, он светит. А, исчез. О, он в лаву залез. Так, я, блин, горю. Мы еще сами по себе светимся. А потому что мы около... Да у нас около капни, этого, ну да, 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 эти камни, камни. У нас камни. Еще камни-грелки. Забавно. Стой на месте, наркоман. Ой, жарит, жарит, жарит меня. А мне норм вообще. Так, о, перегрев. О, да, кстати, перегрев пошел. Ну, не знаю, у меня все нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ой, а ой. Чё, пчелу не? Да какую пчелу, блин, ты шо, сдурел? Шо, только заметил? Она в ночи такая в ночи. Ты сейчас все увидишь прям. Женя, она спит, блин, не трогай, что вы творите? Она стоит. Где она стоит? У кого там стоит? Да, молодец, Евгений. Ауч! Прям Женя прям вообще... Стой, я не вижу, где она. Я дерусь. Ты без брони. О. Да с броней. Так, было, нет, смотрите. Я не вижу. Она, по-моему, потом, когда такая пытается встать, что-то дропает. Вот. Вот. Хватай. Тикаем, тикаем, тикаем. 1% каски, блин. О! Щим на щи такие, оп! И Чарли. И Чарли видели? Последнюю секунду затушила. Так, а чё взял эту фигню, да? Кто взял? Давайте мне её. Да я, блин. Да толку, что это уже на её делать-то смысл сейчас. Пойдемте еще за вход. Так, подожди, а что я не могу её сделать? Ребят, у меня это есть, не? Кушать. У меня один бекон. Ну, могу дать тебе тоже бекон. О, бекон — это вещь хорошая, вообще-то. Все, пошлите, ребята. Погнали, еще надо одну выбить быстренько сейчас, и уходим. Все, давайте прогреемся. На переподготовку. Да все, как ты ничего замерзнуть, когда успел там лаву вокруг? Не заплюй там микрофон весь. И сейчас такая музыка, это возвращение этого, как вот там. А, это битбоксер он, я же забыл. Битбоксер. Плюфбоксер, знаешь, такой. Плюфбоксер. Так, у меня копье сломалось, опа. Это вот это поворот, куда она пошла. На, скиф. Да у меня все норм уже есть копье. У меня второе было. Так, пират, харе бегать, от судьбы не уйдешь. Пират, блин. Я сейчас сдох. Ну что ты? Да черт, я ее бью, она прям танчит. Бейте, бейте, бейте. Пират, отх... А, ну все. Все, тихо, смотрите на ее рот, рядом с ртом. Зачем? Сейчас дропнет. Вот, тихо, все. Все, взял, бежим. Все, сваливай. Сейчас огненные чепушилки побегут. Тут кто? Она куда-то не, улетела. Не за кем, а от кого, я тебе скажу так. Пират, тебе не должно интересовать, куда она улетела. Просто идем. На юг улетела, зимовать. Давай, пират. Ой, Виталь. Виталь, так, все теперь с огненными. С антиогненными. О, сейчас. Так, пират, давай свою броню. О, бляха, я в червоточину, нафиг. Пират. Че, домой, что ли? Ну а че? Или на собак пойдем. А, я кончик загорелся в последний момент. Я пошел кончик-то. Червоточина горит. А, это ты? Ты бы видел, говорю, червоточина, из червоточины огонь шел. Это из пукана моего огонь шел. Ты сними броню, ты зачем в броне-то носишься? Она тратится, когда я просто так ношу? Нет, ну просто, если бить тебя, забудешь снять, она как бы ценная штука. Че, куда идем-то? Нам еды надо много. Идем собак бить. Я не знаю, чего, блин, выпрыгнуть. Ну и обратно идем. Блин, у меня рассудка вообще пиздец. Ну нормально, че. Еще и ужасов побьем, что там, да? Ну да, заодно фармим. А можно выкопать эти червоточины? Да. Угу. Так, а где мой рюкзак? Кто мой рюкзак уже свистнул? Почему так темно? Так, кто мой рюкзак свистнул? Че? Откуда? Че, кого там нашел? Три этих, три миньона. А я где пчела летит?
Что, серьезно? Нет, она не долетела немножко. А ты где вообще? Гонщик бью. Тут рюкзак же. Вообще-то не с другой стороны, нет? Вообще-то тут. И с другой стороны тоже. Может еще энто грохнет? И сверху будет. Есть, да? Да, там он дольше его бить, блин. Да, смысл с него, ничего съедобного. Че, эти штуки разрушать тогда не будем, ребят, потому что... Да нет, да, чтоб если что, мясо... Чалы. Так, еще Вол помогает. Не шатанул его, ребят. Это было бы не жестко. Ой, что-то... Циклоп! Лось идет! Циклоп! Где? Ой, ты не слышишь? Домой, все, домой. Да какой домой? А зачем, чтоб тебе дом не мил? Да мне жрать хочется. А, кстати, его с пчелой стравить можно? Наверное, можно, но пчела его шатает явно. А может тут ее заморозить, неизвестно. Виталь, стой. Так, давайте это, около червоточной, где костер. Почему так рассудок падает? У меня ужасы, ребят. Да, ну иди к костру сюда. Сюда к костру. Костер. Где это? Он идет. Я не вижу. Идет, а мы его быстро вшатаем. Ты думаешь? Да, что нет? А, ну хотя если муху так перешатали, блин. Главное, огненную броню никто с перепугу не оденьте. Боевой отряд. Так, все, готово. Ко мне. И к костру не подводите, чтобы он его не снес. Жень, на еду. Так я же тебе дал еду, зачем ты мне дал? На, не, где мясо, монстра, говорю, на. Тебе жрачка нужна. Да, у меня нет. Да. Все, готовы, ребят? Идет. Так, от костра давайте. Все, уходим. Где он? Вон он. Вот он. Он идет сейчас автоматически. Черт. А броню не надевать, что ли? Он автоматически его тушит. Козел. Вот чепушил, а. Я броню надену. О, он мне много снес, ребята. Да ты без брони. Оп! Ой. До свидания. Что он горит-то? А что горит? Я броню надел, он меня ударил и загорелся. И в рюкзак. Так, да, мой рюкзак горит, а там броня! Ну, броня ж не сгорит. Думаешь? Думаю, да, у меня панты. Я почти... Полнолуние. Не полнолуние, в том-то и прикол. А я почти умер. Ой, да он горит, ой, ему норм. Ай. Блин, он меня убьет так, ребят, я не знаю. А я почти умер. А, да еще кошмары эти, мать вашу. Это мои кошмары. Женя, я тебя прибью. А я-то тут при чем? Черт, ну все, отбегаю. Жесть, я труп. Он за мной идет. Вы живы? Пока да, но меня кошмары Жекины жрут. Как причем? У меня рассудок уже. А у меня уже свои, наверное, кошмары. У меня ноль рассудка уже почти что. О, я умер. Вот это поворот, ноги мне в рот. Пум-парам. Главное, не умрите все, вот это. Я до утра еще побегаю, я думаю. У меня факела хватит. А у меня вот не хватит факела, я думаю. Так а чё вы разбежались? Надо было все вместе как-то... Нет, а он хотел... Нет, у меня хватит. А, я-то тупо летаю, чё мне делать? И пират ушёл. Так, он рядом где-то, нахрена я сюда вообще иду? Так, давай я его буду отвлекать, я его могу сжечь. Кого сжечь? А сколько пират... А, пират отпал. Я не понял, откуда там вообще огонь нарисовался? Я с этим, с факелом у него. Так нет, а еще нет, пират, а, когда... А пират одел да. броню, блин. А зачем? Броню. Я от этого огня больше всего дамага бы выхватил. Я не понимаю, зачем он броню одел, вообще не понимаю. Блин, как бы его стравить с мухой-то? Факелом... Да не надо его нахрен ни с кем стравливать. Ну тебе бегай с ним тогда, не надо его стравливать. Вот из огонь все карты смешал, это пипец. Ну, пират, молодец. Блин, у меня 20... У меня нету, я сейчас умру так, блин. А что ты тут носишься? Твою мать. Уходи. Уходи, если сможешь, с поломанными уходи. Ногами. О, фух, собирай, я вернулся. Собирай что хочешь с поломанными руками. Что делаем? Бегай. Как видишь. Я кушать хочу. Кушать хочешь? Дай один факел. Ой-ой-ой, тихо. Назад. Давай другую сторону побегаем. Давнюк это тут ходит где-то. Так, ну что делать будем? Говнюкоход. А чё я, кстати, чё? О, я могу толкать эти штуки.
Так, а ресалок ни у кого же, не? Надо зашата. Слушайте, а мы можем его с энтом стравить? Там же энты ходят. Пойду на пчелу посмотрю, где она там мухает. А чего ты не хочешь на пчелу тогда ее строить, не? Мне кажется, вряд ли, не надо. Почему? Смысл? Смысл этого бояться, я не понимаю. Боюсь. Где этот засранец? А он ушел вообще куда-то. Он, наверное, исчез. Далеко отбежали. Не, вот он. Не, он ходит. Ай-яй, такая страшная епака. Я тут муху нашел, я ее сейчас уничтожу. Давай. О, да, давай, уничтожить мне онлайн. Все живы? Кроме скива. А жопки скив у тебя оставались? Ребят, я веду... Я не помню, по-моему, нет. Чем с ним борется? Нет, не было. Синячий, говорю, паучий. Не было, не было, не было. Так, а, я ж могу это... Так, а чё, кто ты, Жека, ведёшь его, нет? Куда, кого? У меня нету какого-то... Я веду, гончим его. И к энту. Я 18 хп. Эй, куда ты пошёл, дебил? Так, а ну, тогда к мухе уже ведите. Ну, я же говорю, к мухе. Чё тут, вот он рядом. Ну, пусть тогда ведите к мухе. Иди ко мне. Эй, упырь, стой. Он не реагирует на меня, он меня игнорит. Просто если он меня ударит один раз, то все, пипец. Давай, о, пошли. Энд, бей его. А что ему Энд сделает? Блин, ну так, у меня весь монитор трясется, я не... А у нас будет на ночь эта штука? На ночь. Так, ему надо, чтобы он пчелу задел. Все, сдох. Привел. О, зато сагрил. Оу, оу, Или это кто? Это Виталий сагрил. О, ну давайте. Пират, живи. Трогайте. О, понеслась, я хоть посмотрю на это. Вы чё гоните? Пират, иди отсюда нахрен. Ребят, сейчас перезапустится мир, если это вы не знали. Пират, уходи, уходи. Уходи, дверь закрой. Все, ушел. Она меня догнала. 30 дней, ребята. Мы как пронубы просто. Нормально. Батор, я не знаю, от бога. Они дерутся? Нет, он ушел. Он ушел. По идее, они вообще-то конфликтуют между собой. Ну что, давайте, ребят, все. Заканчивать будем? Да ну, давай продолжим. Полетам. Ну что ж, в новом мире мы снова понубим немножечко. Ну уже, по крайней мере, мы знаем, как вообще общаться с мухой, да. И вот не в тему, реально, циклопушка-то пришел. Не в тему вообще ни разу. Вообще не в тему. Без всего остались, да. Ну, ребят... Просто надо было, ребят, нам, вот мы услышали, он пришел, надо было в червоточину прыгать, все, и не париться насчет него. Че, Жень, давай заканчивай. Да, огромнейшее всем спасибо, что посмотрели, я надеюсь, вы не разбили свое лицо об руку фейспалмами, что мы тут творили, да, потому что, ну, все-таки мы немножко и фанимся еще потом, не совсем такие прям прошники. С вами были Виталий Вульферин. Всем пока, спасибо за просмотр. Пират. Всем пока. И Скиф. А мы порвем муху, но уже после. И Джека Дрожа, да. Всем спасибо, всем пока. Всем пока, ребят. Пока.